Так, ну и что тут происходит? Тут как бы так-то я не готова вообще сниматься. Марни, что тут происходит? Ничего, дела идем делать, непонятно что ли? Марни, что это за маскировочный костюм? Тут снега нет. Вы что-то напутали. Это в горах такой надо надевать. А здесь твое будет белым пятном. Не знаю, мы с дочерью едем в горы. Да. О, вон Марнюшкин родственник. Это дикий лебедь. А белый лебедь на пруду справляет малую нужду. Скейтеры это не так интересно. Интересно, когда вот с утра ходят эти. Ты, конечно, молодой человек, можно познакомиться? А вон там Марнюшка бежит. Так, ну ладно. Главное всегда иметь бумажник. Бумажник ключ ко всему. Покажите бабки, и можно проходить. А почему мы здесь не живем? Смотри, здесь пальмы, рестораны. Сейчас ты выпендриваешься, мы тебя переселим сюда. А почему? Смотри, какой вид тут. С видом на дорогу. Тут вон горы, а у нас с балкона какая-то вода синяя. Тут же красивее, смотри, вон скамеечки, шалаш. Короче, нам надо было вот в те домики попасть. А, я понял. Теннисистые корты, киндергартен, будь здоров, клиник. Странно, что здесь вообще ни души. Может быть, знаете, мешок? Угу, не надо. Так, она больше на гурвиника похожа. Вот это поворот. Валерия, что оттуда? Вы куда? Стой! Стой! Эй, эй! Так, а здесь, наверное, что-нибудь хорошее должно быть написано. А, ну ясненько, понятно. Еще одна табличка. Ну, ладно, с тропы мы сходить не будем. А вот, кстати, и фишт. Ну, где фиши во время Олимпиады тусили. Вообще, как в Солт-Лейк-Сити. Горы Rocky Mountains. Не знаю, почему это не напоминает штат Юта. Да? Ой, слушай, прям выпрыгивает из воды, запрыгивает. А не холодно? В горы неплохой компании, наверное. Едем сегодня кататься в горы. Кататься едем на коляске. Везет нас папа. А еще у нас сегодня есть с собой классный штурман.
нам приехала сестренка. Мы ее в Белоруссию брали, штурман из нее. Такой прямой, как башня, но твоей ноги я не стройней. Никакого аэрофлоте, вы на странном самолете. Нет комфорта проще и роднее. Роняя золотые сундуки, золотые сундуки. Корабли лежат разбиты, сундуки стоят раскрыты, изумруды и рубины рассыпаются дождем. Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым, оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Вот они тоже борются, вот есть они. Похоже, нет? Спасибо большое. А вы его узнали, да? Ну, конечно, узнал, я его. Кто это? А? Покер играю частенько, смотрю видосы. Вот ребята нашу семью сложим. Комментируют постоянно, смотрим, болеем за наших. Ну, вообще, что-то в последнее время все эти сайты огорчают. Такие подкрутки играю. Конкретные просто. Вообще, причем мы недавно... Это Миша выиграл. Вот все подкручивает. Выиграл турнир недавно, выиграл 3000 долларов. И после этого вообще не дает просто. Вообще никакие переезды. Ты пытаешься там... Только не беги. На. С якорями, с парусами, и тогда твоими станут золотые сундуки, золотые сундуки. Корабли лежат разбиты, сундуки стоят раскрыты, изумруды и рубины рассыпаются дождем. Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым, оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим